наконец-то я нашла время повесить эту чудесную картину. Осталось только придумать, куда. Мама, мама, я покакал. Даник, Даник, может ты сам справишься? Взрослый уже. Мама, я может бы и попробовал бы, но у меня нет бумажки. Катя, Катя, принеси Данику бумажку в туалет. Так, а что если повесить вот сюда, над диваном? По-моему, красиво получается. Мам, я не могу, я переодеваюсь. Дианка, посмотри, кстати, чтоб Макс не зашел. Ладно, Кать, хорошо. Надену вот эту юбочку и... Мама, мама, ну ко мне кто-нибудь придет? Да, Даник, Макс, принеси Данику туалетной бумаги. Пойду-ка я девчонок напугаю. Макс, ну что, вы там оглохли все? Если что, я не слышал. Макс, с ума сошел? Дианка, ну что ж ты не посмотрела? Ой, Кать, извини. Хотя, что я там не видел-то? Я вас напугать хотел, а вы? Ты закричала, как думала, меня испугалась. Она, видите ли, переодевается. Вообще-то, когда заходишь к девочкам в комнату, нужно было постучаться. И костюм твой совсем-совсем не страшный. Да? Ну ладно. Просто в шкафу нашел, когда прибирался. Я вообще не знаю, чем заняться. Давайте во что-нибудь поиграем, а? Мама! Ну, мама! Так, все. Целый дом народу? А как помочь, так нет никого. О, а вот вы все где? Неужели никто из вас не мог Данику помочь, а? Только, наконец, решила картину повесить. Ай, так отвлекается. Даник, иду я. Мам, я бы помогла и переодевалась, а тут Макс зашел, нас их напугал. Я не виноват, мне просто нечем заняться. Мам, мам, а ты давно нам никаких игрушек не покупала? Все готово, Даник, вставай. Что? Игрушек? А все старые вы куда дели? Мам, ну они же уже неинтересны. Хочется что-нибудь нового. Дашь денежек? Ладно, окей. Только вы купите что-нибудь такое, чем играть будете все четверо. Желательно не менее часа, а лучше двух. Хоть картину нормально повешу. Час-два, окей, мам, давай денег. Макс, только не забывай. Мама сказала, чтобы играли все четверо. Так что новую машину себе не покупай. Да понял я, Кать, будет сделано. Вообще-то, я пойду с тобой. На всякий. Ладно, пошли, не веришь так. Вот вам 1000, можете идти. Вот здесь, думаю, будет отлично. Кать, Кать, что брать? Корзинку или тележку? Не знаю еще, давай сначала выберем, что будем покупать, а там решим. Пойдем. Ух ты, Барби. Так, 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 я Барби не буду играть. Ты знаешь, я так просто смотрю. А что ты думаешь покупать? Ух ты, а давай купим лампу, вдруг там джин. А вдруг там нет никого? И куда мы эту лампу? Чай будем из нее пить? Их, тоже верно. Давай возьмем вон Хаги-Ваги. Не, спасибо. Не хочу Хаги-Ваги. Давай еще что-нибудь посмотрим. Вон Леди Баг. Какой-то зайка или не знаю кто. О, а это что такое? Съедобный слайм? Съедобный слайм? Катя! В смысле съедобный слайм? Такое бывает? Слайм тайм, съедобный слайм. Делай сам. Здорово. Жаль, что мама слайма нам не разрешает. Катя, так она же обычный не разрешает. А тут съедобный слайм. Она почему не разрешает-то? Потому что обычный прилипает на одежду, на мебель там. Ну, короче, везде. А этот-то никуда не прилипнет. Даже если прилипнет, его можно просто слезать. Да, слизывать слайм с дивана то еще удовольствие. Макс, я не знаю, мне кажется, мама не одобрит. Да ладно тебе, ты бы в такой поиграла? Ну, я бы поиграла. И я. Можно не только поиграть, можно его сделать, а потом слопать. Это же двойное удовольствие. Ну, Даник и Дианка тоже были бы рады. Давай купим, а? Эй, ладно, только их всего два. А тут ничего страшного, ты посмотри, какие они огромные. Их неделю можно будет потом лопать после того, как сделаем. Ну, давай, короче, я поделюсь с Даником, а ты поделишься с Дианкой. Ладно, уговорил. Тащи телегу, будем пробивать. Здравствуйте, пробейте нам, пожалуйста, вот этих два съедобных слайма. Так, хорошенько все пригладить. И картина готова. Какая красота, ну наконец-то. Как хорошо, когда дети дружно играют. Ух ты, и что тут нужно делать с ним? Это так просто сразу есть можно? Ну, Дианка, если ты любишь пластмассу, то пожалуйста, можешь и сразу. А мы с Даником распакуем сначала. Ой, точно пластмассовый, а выглядит как пироженка, так бы и съела. Давай тоже откроем, Дианка. Ну что, готов, Даник? Ага. Ой, что это? Это что такое? Бусины, что ли? Макс, он точно съедобный? Как-то не хочется бусины глотать.
Кать, ну написано же съедобный слайм. Что там, будут врать, что ли? Вот ложечка мешать. А вот и баночка с самим слаймом. Пахнет апельсинкой. Ого, как его здесь много. Так, набежали уже. Это вообще-то наш с Даником. У вас свой есть. Ну-ка попробуем. Ах, дай мне. Ого, смотрите, как тянется. На, Даник, пробуй. Вкусно. Ой, как слайм. Это точно съедобно? Да ешь давай. А давай бусинок добавим. Ладно, давай, уговорил. Ой, а я ее попробовал. Это как сахар. Сахарные бусинки. Дианка, хочешь попробовать? Так, Даник, пусть свое пробую. А это наше все. Осталось только перемешать. И ха-ха, съедобный слайм готов. Вау, смотрите, какой крутой. Обалденно. Где моя большая ложка? О, Даник, точно, здесь написано сахарная крошка. Ну что, Дианка, давай мы приготовим? Давай, чур, я мешаю ложкой. Ой, мам, прости, я в туалет. Даник, что-то тебя гоняет сегодня, животик не болит? Утром не болел, а сейчас вроде побаливает. Ой, мам, неси бумажку мне. Ой, Кать, слушай, а у тебя живот не болит случайно? Дианка, болит немного, вот и прилегла. А что, у тебя тоже? Ага, загибает прям. Девочки, если что, я надолго, я в туалет. Ой, мам, вы долго тут с Даником? Мне в туалет надо срочно. Макс, у тебя живот не болит? Да болит немного, это потому что хочу в туалет, наверное. Ты можешь выйти, а? Мне срочно. Ой, а я еще не все. Мам, зайди попозже. Да что такое, инфекция, что ли? Этого еще не хватало. Девочки, у вас как дела? А то мальчики весь туалет заняли. Ой, туалет. Кажется, мне в туалет надо. Мам, у меня животик почему-то болит. И у Кати, кстати, тоже. Как обычно, осень, ротавирус, наверное. Ай-яй-яй-яй, вызову врача, срочно. Ой, а это что такое? О, слайм. Это вот что вы купили. Сейчас проверю всю мебель и всю вашу одежду. Не дай бог налепили. Сколько можно? Запрещаю, и все равно в дом таскают. Нет, мам, это не просто слайм, он съедобный. Мы, кстати, его уже съели. Так что там пусто, просто коробочки красивые. Что? Слайм? Съедобный? Это точно? Вы у меня, наверное, простого слайма наелись. Сделай свой съедобный слайм. Что только не придумают, ерунда какая-то. А вы смотрели на его срок годности? Тут же черным по белому написано, что год назад он уже закончился. Как год назад закончился? Годен до 2021 года, а сейчас 2022. Ой, мне тоже в туалет надо срочно. Катя, Макс, ну куда вы смотрели? Все в рот тащат, а смотреть не могут. Год назад срок вышел, там неизвестно, какие амебы могли завестись. Все, я вызываю скорую помощь. Макс, а что такое срок годности? Ой, Даник, понимаешь, это время, в течение которого этот продукт можно есть. А если он вышел, тогда его есть нельзя. А у этих съедобных слаймов срок годности вышел год назад. А как мы могли съесть его год назад, если мы его только купили сегодня? А вот это я как раз сейчас выясню. Пойду верну в магазин эти ваши слаймы съедобные. Пусть хоть деньги вернут. И вообще, в суд на них подам. За торговлю просроченным товаром. Четверо, и все по кроватям лежат с животами. Так, здесь болит? Немного. А здесь? Ой, а здесь болит. Ага. Так, ну что ж, все ясно. Всем четверым нужно промывание желудка. Нужно убрать эту просроченную заразу из организма. Собирайтесь, поехали. Все на клизму. А? Куда? Зачем? А есть какой-то другой способ? А, доктор? Только не это... Ну, а мне остается сидеть и ждать, когда же мне позвонят, чтобы детей ехать забирать. Сейчас им проведут все нужные процедуры, и после этого, думаю, научатся. Выбирать товар не только тот, который понравился, но и тот, который еще не испортился. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!